Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим мясной пирог. Первым делом мы должны замесить мягкое тесто. Для этого нам понадобится молоко, вода и дрожжи. Сюда же я добавляю 1 чайную ложку соли и муку. Мука у меня 500 граммов. Замешиваем мягкое тесто. Теперь мы сюда добавляем 50 миллилитров подсолнечного масла. Видите, буду понемножку добавлять к тесту. Девочки, немножко пропиляем поверхность стола. Теперь выкладываем наше тесто на муку. Тесто должно быть таким липким, так как у нас тесто получится мягким, воздушным. Теперь немножко собираем наше тесто. Так, смотрите, девочки, вот такое тесто мы с вами замесили. Тесто очень мягкое, нежное. Теперь мы его отправляем на расстойку где-то на час. Прикрываем пленкой и оставляем на 1 час. А тем временем мы займемся с вами начинкой. Так, теперь мы займемся начинкой для пирога. Тут у меня говядина. Я ее порезала на вот такие кубики. Я сюда добавила соль, перец, кориандр. Кориандр и немножко зира. Зиры добавила. Но вы добавляете, какие вы хотите специи. На ваш вкус все, да? Все. Вот мясо у меня. Мясо тоже может быть любое. Или куриное, говядина, какую вы хотите. Можно фарш даже взять. Так, сюда я добавляю лук. Я еще добавлю картошку. Где-то 2-3 штуки. Лук я режу вот такие полукольца. Так, лук я порезала, теперь порежем картошку. Картошку я разделила на 2 части. Теперь вот так разделяем. Теперь режем как можно тонко. Ну вот так приблизительно. Смотрите. Видите? Можно тонко режем. Я нарезала 3 картофеля. 1 картофель у меня осталась. Нарезала 3. Теперь хорошо перемешиваем. Начинка готова. Теперь ждем, пока наше тесто поднимется. Вот так красиво у нас поднялось тесто. Теперь будем делать пироги.
Теперь мы тесто разделяем на два пирога, то есть нам надо 4 кругляшка, 2 маленькие и 2 большие. Тесто мы теперь накрываем и оставляем где-то минут на 10. Теперь выкладываем нашу начинку. Теперь сверху накрываем тесто. Так. Защипляем края. Теперь мы закрыли края, теперь немножко придавливаем, придаем форму круглую, вот так, все. Теперь смазываем желтком. Теперь сверху делаем немножко такую маленькую дырочку, вот. Так, чтобы воздух вышел. Теперь сверху присыпаем кунжутом при желании. Если вы не хотите, то не добавляйте. Я добавляю кунжут. Теперь отправляем наш пирог выпекать. Вот наш мясной пирог готов. Сверху я промазала сливочным маслом. Как вы видите, вот такая красота, вкуснота у нас получилась. Сейчас покажу. Вот я сейчас вам покажу. Видите? Такая красота, вкуснота у нас получилась. Все. Вот такой пирог у нас получился. Всем приятного аппетита. Всем спасибо за подписки, за лайки, за комментарии. Я надеюсь, что вам понравится этот рецепт, что вы оцените комментариями, лайками. Всем спасибо. Масяна, Терис, Хылшун, Адикюл, Марш Айл.